В данном видео представлен пример реального проекта шинопровода, выполненного на платформе Revit 2015 в соответствии с каталогом «Шинопровод E-Line Co». Стандартные элементы шинопровода позволяют собирать шинопроводы сложной конфигурации. Существует система кодирования заказов, учитывающая материал, из которого изготовлен шинопровод, и номинальный ток. Имеются специальные типы названия стандартных модулей шинопровода. Стандартные модули могут быть прямолинейными, имеющими постоянную длину, и доборными, которые могут быть переменной длины. Поворотные секции могут иметь настраиваемые размеры, что отражается в их маркировке. Разработанная нами технология позволяет проектировать шинопровод, легко менять трассу шинопровода, указывать точную привязку по высоте расположения элементов шинопровода. Разработаны семейства ответвительных коробок, которые легко поставить на шинопровод в нужном месте. Коробки можно вращать и перемещать вдоль шинопровода. Поворотные элементы шинопровода подписаны, что облегчает проектировщику принимать решения в процессе проектирования. Вдобавок к этому мы получаем точную спецификацию элементов шинопровода. Спецификация формируется автоматически. Мы видим, что при удалении поворотного элемента изменяется количество элементов в спецификации. Для более полной информации наши контакты.